Прямой курс на Одессу. Научно-исследовательское судно «Бельгика» уже вошло в Черное море. На данный момент оно находится в 15 морских милях от турецкого берега и движется со скоростью 13,7 км в час в сторону морской столицы Украины. По планам, судно, переданное Украине от Королевства Бельгия, должно войти в воды Одесской акватории 21 октября. На борту находится 5 лабораторий – рыболовство, гидрологическое, химическое, биохимическое и микробиологическая. Команда судна совместно с учеными будет заниматься научным мониторингом рыбных запасов, фундаментальными научными исследованиями в открытом море, а также геологической разведкой морского дна. Напомню, более 10 лет Украина не имела научно-исследовательских ресурсов для проведения таких работ. «Бельгика» – серьезное подспорье для возобновления исследования моря.